Ты уже его проходишь? Смотри. Вот, например, отсылка на Blade Runner. Сейчас, надо подождать, чтобы фризов не было. Эта игра, она постепенно как бы загружается. Похер, конечно, на мой SSD-шник. М2-шный. И вот интересно, а на консолях тоже фризы есть? Там же подороже SSD-шники стоят вроде. Как мы относимся к советской пропаганде? Я куда? Опа. Мне интересно, а как он безопасно бегает по вентиляции? В Half-Life еще ладно, там маленькие хэдкрабики были. А здесь-то, ну, прям здоровенные ебаки ползают. Ну и мало того, что ебаки, там вот есть эти мелкие паразиты. Я возьму с собой, пожалуй. Не хотим обыскать мусорку? Я бы хотел. Это все засрано. Что ты? Ты же бегать должен, почему ты медленно идешь? Еще сзади какая-то хрень. А, он выжил просто. И ты выжил? Ладно, ладно. Тентакли просто, но это пофиг. Не плюсь, ладно? Будешь как я. Охереть их там. Слушай, тебя самого не задолбало? Откуда у тебя вообще такое количество биомассы? Как вы, блядь, не сгораете, ну это что, нормально. Умрёшь сегодня? Это в него и бочку еще кинул. Не бочку, а это. Куку с топливом. А, они тут еще были. У меня кончились аптечки, ужас. Там что? А, тут закрытая дверь, ладно. Я не могу что-то выбиться? Увы.
знал. А я знал. Я, кстати, так и не понял, есть смысл вентиляцию разбивать или что? Ни хрена нет лута. Можешь двигаться еще медленнее, пожалуйста. Так, кокон был какой-то вроде. Там же лут был где-то, но что-то его не притянул. Придется там бегать. Просто прямо совсем какой-то кошмар. Айзек. Это ж галюны вроде, чё, не? Слушай, я думаю, ты бы смог допрыгнуть. Наверное. Здесь так много бочек вот этих. О, здорово, давно тебя не было. Не смущает, как она выжила, мне интересно. У меня же нет оружия. Не, ну я-то знаю, что она сдохла уже давно. Она смолитлилась. Давай возьмем вот это. Не могу в нее кинуть, чего. Не могу в сторону ничего кинуть, притянуть. О, замена. Натю. Зубы. Погоди. Они залутаться.
Ой. Давай свалим им отсюда. SOS beacon. Nicole helped me out. Nicole's there. We got separated. She'll find her way back. She's a trooper, huh? I'm heading back to the mining control room. I'll launch the beacon. You watch out for Nicole. Assuming the system doesn't fizzle out again. Stay sharp. Полезный лифт. Здорово. Ну не кричи. Только я могу кричать. Кто? Не знаю, может реально вообще все оружие убрать? Гондола Zero Gravity. Ок. Хотя... Так, стоп, а мне куда вообще надо? За херь. А. Да иди ты нафиг. Уж это условность. Я правда не понимаю, почему они не сделали, допустим, пробел control, чтобы подниматься и опускаться. Это вполне логичное решение. Здесь вроде чуть-чуть вообще до лифта пробежать. Пиков в целом не должно быть. А, вот и лифт. Кто-нибудь хочет на меня напасть? Мою косточку заберем. Конечно, все понимаю, но посылать на меня детей. А кто? Все? Не могу флайер поднять. Флайер поднять, йо. Я не знал. Кому дать в лицо флайером? Тебе надо?
Мне тебе уже ничего не надо. Если локт. А. Пеньки. Больше никого нету? Вроде нет. Какой-то лут получил. 35 тысяч. Да, да, я продам все свои патроны, чтобы купить новые тряпочки. Вопросы? Ок, ок, договорились. Короче, понял, как костюмы открываются. Надо либо по сюжету, либо в нычках находить. Рецепт, я не знаю, как это назвать. Ля, ля, как же мы обвешаны броней. Что оценивать, броня появилась даже на этой фигне. Блин, здесь темно. Ну, на риге я не помню, как это называется. Выглядит реально охуенно просто. Как же я хочу себе 3D принтер и пару десяточков килограмм пластика, который выглядит как металл. Чтобы просто оформить все такие же шмотки по приколу. По Imagine ходить в таком за пивом. Я думаю, достойно. Возьми там. Ой, свет включился. Бедолага. Чё написано? Little Ice, what the secret? If you see. Не знаю, даже не знаю. Я просто видел некоторое дерьмо. Мне это бесит, то что двери закрываются, когда от них отходишь. Исходит. А как вы задолбали? The miners must have booby-trapped the launch tubes too. Scrap. Well, that's great. We can't just toss the beacon out a window. There's gotta be something. О, здесь светло. The one in the mining bay for smelting. What about it? If I attach the SOS beacon to that asteroid and then launch it away from the ship, we'd get a clean broadcast. And you'd get yourself killed. The machinery in there is still running, Isaac. Then it probably kept those things out too. Принял чарончик. Там мне дали новый костюм, есть мотивация играть дальше. Считаю, нормальная такая логика. А, потому что ты в Питере, а я в прекрасном городе Екатеринбурге. Он? Он. Я, короче, хочу прокачать себе хпшку, потому что у меня, ну, 5 нодиков.
Что это такое? Стазис, длительность. Оп. Что такое ИРГ? Что значит стазис энерджи? Типа... количество зарядиков или чё? Кстати, а чё я это до сих пор не взял? Полезная фигня вроде. Ой, да без проблем, привет, кстати. Вот этой херни я сейчас не ожидал. То есть этот мудак стоял у меня за спиной и ждал, пока я выйду с верстака. Ну ты конченый. Не делай так больше. Кошмар. Кошмар. Я такие же звуки примерно издаю, когда просто ночью просыпаюсь. Литературно. Йоу, возьми ключ, понадобится. Какой же мудак это сделал? Какой же мудак? Мне сейчас за батарейкой сюда идти. Так, стоп, а сколько у меня патронов? У меня их довольно много. Давай аккуратнее. ОМГ, хай-хай-хай. Что делаешь? Тут батареечка, блять. Ставим. Ладно, теперь они начали появляться без звука. Это хорошо. Жесть. Так, клизм это дополнение для Вовы или что? Не ведаю. Так, он. Ко мне столько стазиса. Что мне с ним делать? Лучше в Реннер патронов. Впервые слышу, кстати. Я не понимаю эту игру. Сколько, блядь, разных команд делалось? Что происходит? Всю игру они вылазили и орали. А теперь они просто спавнятся в коридоре. Они даже не вылазят ниоткуда. Нормально, по-вашему? Вы, походу, реально не смогли определиться, как делать игру. Да. А дверь это похоже то же самое. Помню это, помню. Момент супер неприятный. Что будет? Он будет база. Что такое? Да, не да. Да, чел, они просто, блядь, спавнятся из воздуха. То есть, ну, ты же типа видел это. Его не было. Он не пришел. Просто хоба,
хоба. Всем ку. Сори, что опоздал. Так, я теперь снова забыл, что мне делать. Привет, Сапа. Я топлю. Не, ну я же видел коридор в тот момент. Его там не было даже за углом. Типа это чё? Второй тизер статус. Их сломать надо. Да не. Ломай гравицапу. В смысле, о чем? Может и так, я честно не помню. Но помню, что мне было страшно, когда они вылазили. В этой игре мне 50 на 50 похер. Ща, надо придумать. Даже не понимал, куда мне смотреть. Да? Далеко. Последний шанс посмотреть на меня, Гектор. Здорово, Манкубас, что делаешь? Да и люди, как мне это сделать? Все, увидел. Зафиксировал. Что за таймер? А, ну здесь походу не зона вакуума пока что. Поэтому таймера нету. Это об этом. Это же управление кончено. В данный момент. А, к один раз. Здорово. О, ты новенький. Здорово. Смотри на себя, ты же реально новенький. Сейчас наушники вырубились на секунду, поэтому я не знаю, где он. Где-то рычит. Вон он. Я, конечно, ничего не хочу сказать, но твой цвет настолько темный. Ну, скин куда-нибудь, чтобы я не забыл. А, да, штука забавная, ее надо добавить.
Security tethers offline. Exterior tethers at full power. Он мне это дает? Внешний якорь, то есть это вот эти штуки, да? Каких сломать? Я просто не понимаю, что за внешний якорь, где они вообще находятся. Надо стазис оформить. А, стойте, он у меня фул. База, база, база. Снаружи. Я просто не помню, где сейф и... Откровенно лень этот момент перепроходить. Вот они. Там. Caution. Gravity tether disengaged. Где-то ящик был или что-то такое. Что тебе надо? Уйди. Уйди. Заставляет убивать бедных детей в космосе. Блин, реально. Warning. Payload 8772 is no longer tethered. Untrained personnel must leave the mining bay immediately. Долго ждать. А, эти штуки отключились, походу. Просто привязан. Да. Стоп. Плант. А. Я тупой. Иногда я думаю. О, блять. Я, конечно, ничего не хочу сказать, но что меня сейчас убило? С самого начала. Чаще. Закрой свои отверстия. Пожалуйста. Я честно не знаю. У меня в планах вообще нету игр. Ну, кроме, знаешь, такой фигни по типу доты там. Что-то такое. Я подожду.
Где ребенок? Что? Даже не вижу. Вон он. Ну? И чё? Бегать забавно. Я вообще думал по фану Hat in Time постримить, потому что его там как минимум 3 человека просили. Даже на стримы не приходят в базу. Все равно. Это правда. Ну типа, я не знаю, какие еще есть онлайн игры, в которых можно повеселиться хотя бы. Fortnite душный, ты там полчаса бегаешь и остальные полчаса ищешь игру. У Valorant... Ну, это такое, что я к этому в жизни, блядь, больше не прикоснусь. Ну, я пробовал с друзьями пойти поиграть в форточку. Вообще прям не зашло никак. Все равно скучно. Вовер я тоже пробовал. Пробовал в этот, в Paladins даже по приколу. Ничего из этого не зашло, увы. В Apex тоже пробовал играть. И один, и с крешами, и с... Не скажу с кем. Не знаю, я от паладинов кайфанул после овера, на самом деле. Ага. А, я вспомнил, что это за комната. Мы же тут были только что. Ну, огонь круто выглядит. Батарейка нужна, батарейка. Ты же мудак это делал. Блин, хочешь... Паладина вроде тоже умерли давным-давно. А, я в PUBG еще пробовал играть. У меня в PUBG больше всего часов среди королевских битв. Тупо потому, что меня один тип туда прям умолял зайти. Кошмар. А, нет, нет. Я нигде не гигамастер, я просто... Я просто играю и плохо играю. Я хорошо играю в Майнкрафт. Строю домики. Угу. Я, к примеру, ту же доту дропал столько раз, что кошмар. Мне трудно уже там чему-то научиться, но при этом...
Увеличить скилл не получается никак. It's working. The beacon's online, broadcasting wideband. I'll align the receiver. This will take a minute. Head on back to the tram station. Как же типы угорнут, когда сюда приедут? Чисто, знаете, небольшой троллинг на Ишимуре. Да пошли вы нахер. Озёр, по-моему, не детектит. Хер! А как ты выжил? Как ты выжил? Почему-то думал, он на том моменте все кончился. Ой, ножки отпали. Руби карантин снова, твою мать! О, блин, прикольно, кстати. Ну, я рад, что игра не умерла окончательно. Ничего в этой игре не боюсь, кроме вот этой херни неадекватной смерть. А у меня МГО. Какой же ты конченый мудак. Да пропусти ты меня, твою мать. Поплачь. Хрюкай. Давай, Риш. Даже не ты. Шмар. I think it's gone. But I can't be sure. The system's bugged out again. А я пробовал с PlayStation, мне вообще не зашло. Я даже с друзьями, типа, на сервак какой-то зашел РПшный, прям тотально. Я даже пробовал РПшить в этой игре. Я не знаю, что не зашло. Но я просто в целом РП не особо люблю, так сказать. Text to speech. Я честно не знаю, что это нужно. Что ты нахер? Почему эти головешки не летают? В этом... В Белгейте они летали, а здесь не летают. Как так? Они ваншотят вроде. А, да-да-да, пробовал. Ну, все равно знаешь такое себе.
Я просто не люблю РП. Я считаю, что после сколько у меня часов 30 или 40 в VR-чате, я, блядь, вообще ни к одному РП-комьюнити в жизни больше не зайду. Я не то что кринжанул, мне было... мне было очень плохо осознавать от того, что я в этот момент существую, и от того, что вот это все происходит в мире. Без подробностей, чуваки, без подробностей. Просто никогда не играйте в VR-чат. Мой совет самый важный. Я знаю путь. Это был смешной мем, это был охуенный мем. Но помимо этого, там есть... там есть пиздец. Даун. Как мне его снять? У меня, однако, дернулось. Локдаун и так снят, я тупой. Короче, вот Imagine игра, которая комьюнити, это буквально жирные мужики, которым больше 40 лет, которые купили себе VR там какой-нибудь дешевенький, тот же MetaQuest второй и третий, и заходит в игру, чтобы поебаться своими персонажами. Это не просто кошмар, это... Я в ахуе. Мне трудно осознавать, что все это существует и происходит. Мне больно. Не, ну я... Я думаю, наверное, есть какие-то нормальные сервера в том же VR-чате, где можно просто посидеть, поболтать. Но когда ты, допустим, заходишь на сервак... Ну, там какой-то режим был наподобие Among Us, и я такой, йоу, это же офигенно. И, блядь, это кошмар. У меня был типа скин Military Fimboy'а с протезами вместо рук. Это просто кошмар. К тебе могут... Точнее, за тобой могут ходить просто из-за того, что ты взял какой-то скин. Даже если ты не разговариваешь, не проявляешь никакую активность, просто играешь. Это правда. Это правда. Я думал, типа, если я свой скин сделаю... Там люди перестанут доебываться. Нет, нет, нет. Равно. Бежишь, ты хочешь типа, ну, прирезать. А за тобой три долбоеба бегают, которые хотят тебя, блядь, полапать в ебаной компьютерной игре. Но это же ненормально, нахуй. Самое хуевое то, что они, во-первых, могут найти твой Steam. Это раз. Два, эти долбоебы сидят там с войс-корректорами. А это чистая правда, я проверил. Охуерно. Что это такое? А, у меня в наушниках звук. Ну, блядь, я забыл слово. Реверсирован, короче, не знаю, стороны поменялись.
Мне половина патроны кончились. Что мне делать? Привет, кем ты что делаешь? И столько не могу жить. Только ж меня, я сжигаю тебя и твою семью. Мне типа вообще похуй на то, что я жгу их там. Походу. Слушай, ну буквально на той неделе я вроде стримил на 2 человека, на тебя и еще кого-то. Это база. And another one. Можно еще? Еще одну. Еще трупы все вот эти облутывать. Даже знаете, не как в третьем Ведьмаке, когда дали автомата ручками. 12 часов. Это кошмар. Не, хз, я либо сплю полчаса, либо долго. Никуда. Я бы Мне не надо сейвиться. Я не знаю, посади их, инвестируй куда-нибудь. Инвестировал в говно, так сказать. Не, в идеале надо вообще мой режим как-то оптимизировать, чтобы я спал по 6 часов в сутки. И у меня хватало времени на работу, на мемы, на стримы, на все вот это вот дело. Кошмар. Я не знаю, минут 20 назад, наверное. А, нет, стой, воду я пил часа 3 назад. Вот и наргоз. Выйди нахер! Ёбаный ты... А, на меня никто не нападает. Ну, пью. Торнадо. Разбери. Бам. Формирую. Просто лучший энергос за 55 рублей. Если найдете, берите сразу пак. И чё? Мне за водой очень долго идти. Конченый. Как же это тип мансит? Бам! Да? Бутылочку. Бутылочку чего? У меня и так 5 энергос. Нет. Ты жив. Точнее, уже 4, но как бы да, мне пока хватает. Водичку компьютер оставила. Но я потом, не знаю, когда-нибудь плю себе красивую бутылочку. Буду в ней водичку хранить. Я сюда все еще не могу пройти. Ужас. Просто ужас. Ужас грузди. Ну так за энергосами я утром сходил. Сервера он вышел. Непон. Молодые люди.
А, так ты можешь просто уведомления выключить, если не интересует, ладно. Слушай, это вот это настоящая грусть. Кошмар. Жду космос просто офигителен. Не, он имеет в виду Dead Space. Ой, нет, Discord. Discord. Я просто не знаю, мне... Бывает. Мне иногда бывает ощущение от того, что я много воды выпил, то, что я еще блеванул. Именно не от того, что внутренности заполнены водой, а просто невкусно. А, тебя морально давит присутствие в Дискорде? Ладно, ладно, я не буду с этим спорить никак. Это правда. Afterwards, I'll make sure our pilgrimage can be completed without interference. Твое нутро водички просит. We brought the holy marker on board. Dr. Kine, an expert on the original marker, is deciphering its secrets. Forgive me for quarantining you just seven. Там главная проблема в том, то, что мне лень воду в холодильник ставить, чтобы она всегда была холодной. Regardless, planet crack begins tomorrow on schedule. CEC can scratch out its illegal operation now that the true price. А теплая вода невкусная. Let's see Earth go try to cover this up. Altman be praised. What I saw. Это правда. Еще будет. Просто уже две лутовых. Ну, походу. Не, просто вот реально, чел. Холодная водичка. 3 утра проснулся. Что еще нужно? Вот кому-то кофе, а мне водичку. Срочно. База. Только потом не удивляйся, что ты будешь пытаться высосать камень. Это как минимум. Ты жив вообще. Кто стреляет? Кто? А, вижу. К старилым ба идея поставить себе фильтр на кран. Причина живучести. Я придумал, что хочу. Я хочу либо Нир Автомату, либо DMC оформить. Конечно, от Нир Автомата заебусь, потому что там, ну, я могу случайно еще часов 200 наиграть. Это правда, у меня окно почти всегда открыто, потому что у меня компьютер странненький. Это вот серьезно, это правда. Типа вот эти комнаты, которые делали раньше, еще в Советском Союзе, я так понимаю, которые как бы маленькие, при этом узкие, блять, но длинные. Кому человеку эта идея пришла в голову, я не знаю, но он, откровенно говоря, тупорылый кретин. Мягко говоря. Нет, я Омега. Я Омега, бро. Ты не сможешь меня убить.
Что мне сделать-то нужно? А, чистить. Ну, чистить. Да, да, комната 3 на 3, это имба. У меня комната вроде 2,5 на 4, что ли, но реально конченый долбоёб я делал. Я бы этого еблана сюда же запер просто, ну, по приколу посмотреть. Как ему здесь приятно дышится. Кто умер нафиг? Молодые люди, кто умрет первый, тот нубик. Так, 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 так. А что мне надо сделать? Мне нужна прямая, наверное. Смогу ее запихнуть? А, нет, не смогу. Ему и надо. Вот буквально вот так этому человеку и надо. Я боюсь представить, сколько сейчас здесь буду сидеть. Это правда, это правда. Просто поступки некоторых людей реально, блять, вымораживают. Ладно бы они для себя эту хуйню делали, но нет. Так, ну сюда, короче, подойдет. Вот это. Я надеюсь. Здесь еще и провод вроде поврежден или что? Контур купола с одного луча или с двух? А, я не знаю, честно, я не знаю, что я делаю. А, ну по идее, да. Мне надо вот в центр купола загнать. Ходу с одного луча. Какие дела? Чем? Так я вижу, я просто не знаю, как это сделать. У меня ж нету прямой, которая встанет туда нормально. Ее, походу, в целом в этой комнате нету. С этим я буду использовать все возможности. А ну... А я не знаю, могу ли я их переворачивать. Галочку примени. Но если только русскую... Сюда вот. А. Не вижу, может, я еще где-то одну пропустил детальку Лего. У
Какой же ёбнутый сын тупой проститутки делал эту хуйню? Я серьезно не могу перевернуть вот это, ну... Это нормально? Это... Нормально, скажите мне? Вот я даже еще раз... Пошел нахуй. Ну реально, ну пошел нахуй с такой хуйней. Просто, блядь, что пришло человеку в голову? Оно и берется как надо, только вот эти штуки я не могу переворачивать. Есть левый нижний уголочек, есть правый нижний уголочек. Пока что все вроде, я других не вижу. Давай дальше крутись. В этом и проблема, понимаешь? Так, ладно. Я напридумал. А какой кусок там тогда стоял? Я не понимаю, где он. Еще один нашел. Ремонси по холодам. Плохо сказано. Еще реально. Еще. Хотя... А как? А по итогу-то мне как это оформить? Где я придумал? Ты конченый. Где я? Вот. Сюда. Ой, как удобно, что они разворачиваются сами. Ё-моё. Мне нужен еще один уголок. Левый верхний уголок. Где ты есть? Он левый верхний. И вот левый верхний. Запутался, где я, кто я, зачем я. Ну ты и кончен. Все. Беда. Ну конечно жестко насрал ты линей. Тебе бы их нужно не две. Сюда клепа. А тем. А, блин, точно. А, это уже под запретом, это не надо. Это нельзя.
если не пон. Думаю, есть смысл засейвиться. Ну, врубай чё. Ля, какая у тебя броня. Это правда. Они еще не знают, кстати, они не знают. Бедолаги. Escape pod. Oh fuck! The pod Hammond jettisoned. It had Chip. That creature was inside. No, 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 no. USM Valor, come in. Come in, Valor. Oh, her signal isn't strong enough. Can we deploy the long-range antenna? No, something's blocking the blast doors over the comms array. The hell? There'll be a manual release over at maintenance. I'll go. Keep trying to reach them. Такими надо. Вот что бывает с мудаками, которые игнорят. Вон. Вон. Ну, хоть не бессмертный уже что-то. Думаю, можно разобраться вот так. Ты вообще дамажишь? Да? Да? Интересно, кто-то пробовал пройти эту игру тупо вот такими ударами? Хотя не, боссов не убить. Наверное. Ну, типа того же Левиафана, я не представляю, как таким образом убивать. Утру. Он умрет, потому что еще. Вот перезарядочку на резаке надо. Чё у меня в целом по луту? Ого. Ого, у меня есть целая нихера. Я рад. Здорово. Ебать, что ты такой нафиг? Скинволкер ебучий. Вот сейчас была миниатюра. Миниатюра. Бедолага встретил меня на улице ночью. Эти weapon upgrade. Но это на резак вроде. Чел, ну ты походу вообще новенький. Прям совсем новенький. Ну прям ну басик вообще. Есть, короче, скинволкеры, да? Скинволкеры. Они обычно выглядят как? Высокая. Высокая такая херь. Понимаю, понимаю. Но там тогда нет таких мемов, увы.
Надо быть подписанным на Paranormal и чекать всякие крипипасты прикольные. По типу Гемини. Да не страшно, да, не страшно. Ломаю. Рончики. Моя телега, кстати, реально имба. Офигенно, она прям катится. Прикольненько так. Этот, эта бутылка с энергосом осушение просит. Реально. Да лол, не за что, бро. Ну, там не только фулы, там просто контентик прикольный, который я финк довольно мил. Возьми ты. Правда, не знаю, зачем давать мне патроны для оружия, которого у меня нет. Но типочку, который баланс с итемов делал, конечно, респект. Обед. Обед. Мне интересно, вот эти ебланы, которые подобрали нашу капсулу, они вот эту херь не видят? Вопросов не возникает? Типа, если бы я это увидел, я бы, не знаю, я бы подумал, ну его нахер. Вахо Дарктайт. Дарктайт? Нет, Верминтайт. Да, две части. Это такой офигенный геймплей, типа просто бегаешь и рубишь крысок. Это то, что мне всегда было нужно. Но есть один нюанс. Разработчики бездари откровенные. Типа такой хуёвой оптимизации, я не знаю, что нужно было сделать, чтобы оптимизация была настолько херовой. Бам, бам, бам. А, не сюда. Йоу. Куда мне палить надо? А, Калстрайк. Прикольно. Просто реально, я когда играл с друганами в Верминтайд, я охуевал, как первая часть Верминтайда в целом вообще может хоть у кого-то, ну чисто по логике, хоть у кого-то лагать. Там же текстурки слабые, откровенно говоря, освещение херовое. Можешь нормальненько так. Я поплачу об этом позже. Что это такое? Еще хилок нету, база. Занят опускал, ну и не надо. И взрываются. Боимся. Этот инженер кислорода просит. Manual targeting enabled.
как ты... Мать... В смысле? Я пытаюсь свалить... А, все что ли? Ну, по хпшке я прямо просел неплохо. В смысле, ты сабик. Бро, ну это сильно. Это реально сильно. Что делаешь, сабик? Ма, бокал за тех. Обслуживание. База, база. И не взяли на завод. Зато, походу, взяли... Взяли с ванилочкой. Можно мне хилочку оформить в инвентарь? Бедолага, бедолага, на тебя. И пошел дальше. Вот это мне. О, братан, я топ-фимбой. В этом прикол. Хотя да, я видел, какие фимбои обычно бывают. Это конечно, кошмар. Чисто скелетик. Думай, думай. Стало время обдумать свои поступки. Бывает. Ну, я сочувствую твоему корешу. Просто понимаешь, надо с утра жестко. Хотя бы 10 отжиманий. На отъебись. 10 отжиманий сделал, молодец. Это буквально обязанность каждого уважающего себя мужчины. Ну и нормального фимбоя тоже. Это кошмар. Молодые люди, буквально отжались 10 раз. Я присоединюсь к вам на Кумаре. Химия, ну, это уже все, это кринж, братан, это кринж, это не надо. Химия вот эта всякая, ну зачем она вам? Да и люди. Если, а куда мне? Ты имеешь в виду он того самого или химия типа стероиды, эстроген и тому подобное? Чуть не понял. В смысле? И туда надо. Не, просто... Тот же эстроген, он наоборот увеличивает выработку жировой массы. А, нет, а зачем? Единственная химия, которую я потребляю, это энергосики в желудочек. Чище надо. Скажите, какие-то бесполезные ачивки бесплатные. А как? Я хочу этот лут. I need this loot right now. Братан,
По факту плюс база, плюс основа мироздания. Гормоны реально нужны тем, кто реально по факту выглядит как уебище. Просто понимаете, надо любить себя. Тогда и никакие гормоны не нужны будут. Любишь себя, тренишься, становишься еще круче. Это база. Можно хилочку. Это не хилка. И это не хилка, но патроны хотя бы. Сингулярити кор. Ядро, блять, сингулярности. Как вам такой перевод? Нравится? Да? Да, у меня было 4 по-английски. Это правда, это правда. А чё он глючный? Молодый некроморф, что с ебалом? Как-то дёрганно передвигается, что мне прям страшно. У тебя тоже. Это снаружи всех изменений. Вау. Это объяснение оценки просит. Ладно. Ты сидишь? Даже лута не дал. Я заберу. Жесть. Давайте зайдем в брифинг-рум. Как же он тут на брифинге? Текстовый лог можно скипать, мне не интересно. Кстати, у них на арморе тоже вот эти ребрышки и пластинки, только другие. Некрасивые, даже так скажу. Для этого, знаешь, блин. А Райана Гослинга знаешь? Это я. Ну, кстати, справедливо. Справедливо. Зачем охранникам... Зачем такие бронепластины, как у инженера, который, ну... Который, да. Это правда. Где мне батарейку... А... Какой же ты мудак конченый, вы посмотрите на него. Оцените. Кстати, их броня очень плохо пробивается резаком. Не дергаются, а че не дергаются, я не понимаю, кстати. Ой. Там кровь что-то забурлила. Больше лута нету, да? Увы.
Буквально причина тряски. Mr. Clark? Hello? I must speak with you. Who is this? Dr. Terrence Kine, the Ishimura's chief science officer. I studied the marker for the church. I'm done talking to unitologists. But the planet won't rest until the marker is returned. Unitology съебали со стрима, поняли? Мне, кстати, на непонятная идея юнитологии, типа, кому может это понравиться в целом? Ни единого плюса, понимаете? Я Дед Микельсон. Типа, for real. Где объединение своей биомассы в единый организм? При этом ты полностью теряешь себя, при этом ты мучительно умираешь, возможно. Думаю, перспективы такие себе, знаете. Неприятненькие, саму малость. Религия, она на ты религия, что после... Точнее, то, что ты должен верить во что-то хорошее. Ну вот. Да. По пивку, ну го, го. Я не понял, как я умер, там, наверное, бочки были. У меня руки замерзли. Ай! Царапайся. Царапайся. Средний, давай средний. Через полчаса где-то мне надо будет отойти минут на 10-20. Встретить маму. Ой. Мне нельзя допускать, чтобы они взрывались, типа, или чё? Не грызи микрофон. Микрофон. А, хорошая, ко мне пришел котик. Смешной. Он грызет микрофон. За 16 тысяч рублев. Или сколько он стоит, не помню. Но около того, короче. А что я, блядь, должен сделать в этой ситуации, молодые люди? Это правда, осталась еще плохая новость. О, точно, можно руки об кота погреть. Кайф. Блин, офигеть, он теплый. Их типа надо убить, чтобы они не взорвались, но я не знаю, как это сделать. Да надо их чем-то пригвоздить тогда к стене. Здесь нету ничего. Допустим, после этого можно. Патроны кончились. Ладно. Ладно. Тогда вообще не план. И шипот. Да мне. А что мне, блядь, делать в этой ситуации, я не понимаю. Объясните мне кто-нибудь.
И что дальше? Да закрой свою область. Павер. Ага. Мудак. Не понимаю, мне просто батарейку надо вставить или что? Закройся нахер. Просто, блядь, что я должен сделать в этой ебучей ситуации? Я сдох уже хз около 10 раз, наверное. Вопрос, я смогу их обоих пригвоздить? Или это херь одноразовая? Иди сюда. Больше никого нет вроде. Допустим. Чё? Нужно замочки открыть, да? В этой херне и будет бить. Кошмар. Молодые люди, почему так? Почему я такой тупой? Все, мы скинули этот кал. What's out here except us? Yeah, I know. I'm downloading a munitions report right now. I'll clear your route to the engine room. Grab that singularity core and let's get out of here. Ок, а где эта рума? Аня, так заворачиваешь? Оружейная. Короче, чисто типочек из халфы, которых от крабов переносят. Он хорошо горит.
мох. Молодые люди, не балуйтесь стазисом. А это бессмертный или чем? Просто не вижу в этом пламени. Бокса. Никуда. И назад. Пойду сюда, значит. Патроны. Нужны. Серьезно, все ящики просто закрыты. Кинг Рейндж. Можно мне патроны для резака? Да нельзя. Не, не буду. Сейчас там вылезают всякие. Какая жалость! Какая жалость. И чё? Долго будешь об этом горевать? Так и будет просто сидеть? Ладно, сиди, чё. Я чё, пугался. Ну и подожду, мне не трудно. Еще вроде кто-то был, нет? Нет. Да, так его. Блять, ну ты просто дегенерат. Да ты побежал вообще. Вот реально, ну имбецил. Некроморф. Не знаю, как его еще можно оскорбить, чтобы ему было плохо, неприятно. Лютая подкормка. Ведь все патрончики, ведь все нарезок, ё-моё. Ренита. Хочет на меня вылезти? Это никто, увы.
Йоу. Это Ам-Ням. Это же вроде был один обычный некроморф. Он мог такую вот тут устроить. Чем будет? А, этим похер на стазис, вы чё? Отсутствие ножек, он хотя бы не похер. А нет, им похер на отсутствие ножек. Они на одной конечности могут летать, ё-моё, ну вы чё? Нормально. Кто ещё? Ох ты, блядь. Тебя тут... Только не хватало. Он, кстати, апгрейднутый, он зелененький. О, какая жесть. Где же твои ножки? Все мне. Ничем быть не может. И не надо. Еще ящик. Стоп, а я тебя услышал? Здесь-то кто шепчет? Вы, лута нету. Есть. Не есть, увидел. Вы же приятное место. Для турбинной карты. Процессор вообще, так сказать, блядь, больше 60 не греется. Надо было менять БП? Блядь, ну это еще 1008, я хуй знает. Я просто на 650 ватт. Я промолчу про то, что... Не работает ни хера, мне. Ну просто если бы проблемы были связаны с БП, я не знаю, система бы хоть как-нибудь сообщила. Можно было бы это понять хоть каким-нибудь образом.
Я бипер даже поставил материнку. Ладно, похер на этот узел. Не знаю, короче, либо материнка, либо... либо блок питания. Других вариантов нету. Ну, есть еще один вариант. Есть, короче, еще один вариант. Это, возможно, перегреваются чипы памяти на видеокарте. Но я искренне не буду. Как они могут перегреваться, когда в корпусе температура минусовая, по сути. Ну, 0 градусов примерно. Ну, может, 5. Плюс 5 максимум. В самом корпусе. Потому что он стоит перед открытым окном. Не знаю, короче, денег надо до хера. Да я пробовал уже, это не дает никакой нужной информации. Минимум по моей проблеме. Да я вот тоже хз, у кого не спрашиваю, полностью описываю суть проблемы, никто, блядь, не знает. Ёбаный мудак, блядь, хватит дохнуть от этого ебучего огня. Блядь, конченый участок, но на сегодня хватит.